часа ночи. Смотрите, как красиво светится парк, освещается. Очень красивый у нас вид с окна. Ночной Мерсин. Мерсин спит, скоро проснется. На небе нет звездочек. Может, будет пасмурная погода. Уже соскучились мы по дождю. А я пошла спать. Спокойной ночи всем, друзья мои. Всем привет-привет! Сегодня целый день на улице, но не снимала вам видео. Сейчас с Ашкымом вместе идем, встретились с ним. Чё? Очень жарко. 3 часа дня. Так и льет все. Ну, на этих улицах в тени еще ничего. Говорят, эта неделя будет самая высокая температура по Турции, Мерсин. Ничего, как-нибудь переживем. Курочки жарят на гриле. Скидки на панталоны, брюки. 30% имбирем. Район Мезит. Всем привет, друзья мои. Сегодня передали в Турции самый жаркий день. 44 градуса будет. А я вышла из дома, потому что иду в такое место. Пока не скажу вам, это будет секретом. Но видите, какой у меня маникюр сейчас. А потом покажу вам, какой будет. А, и я уже раскрыла свой секрет. Еду сейчас сама по неизвестному адресу. И надеюсь, что не заблужусь. Но надо как-то самой выходить, да? То с Настей, то с Раей выхожу. А сейчас надо и немножко быть самостоятельной. Так что... Бог мне в помощь. Ну, а вам приятного просмотра. Друзья мои, и вот подходит самый интересный момент. Я сейчас познакомлю вас, где я нахожусь в гостях, с кем я познакомилась. И вот такая вот я деловая колбаса. Посмотрите, я познакомлю вас с новыми моими друзьями. Ася. Скажи, ну как? Мадина. Мадиночка и Ася. Очень приятно. Вот такой маникюр мне сделала Асенька. Теперь я вообще супер стильная бизнес-вумен. Да. Они приехали из Тюмени. Расскажи, ну-ка, Ася. Всем привет. Очень рада знакомству со Светланой. Я ждала нашего знакомства уже целый год. Наконец-то мы добрались до Мерсина. Очень счастливы и довольны. Всегда смотрели видео Светланы. Очень довольны ее съемками. Что она познакомила нас с этим городом замечательным. Вот, мы приехали, отдыхаем, вот, знакомимся с людьми, общаемся. Ну вот скажи мне, Ася, вот я какая на видео и какая в жизни? Есть разница вообще? Ой, ну... Я злая женщина, такая вот меркантильная, вот вообще какая, ой, скажи? И видео бы нам очень сильно понравились, а вживую еще больше понравились. Очень красивая, добрая, прямо вот лучезарная женщина. Мадиночка, а ты что скажешь, тебе Мерсин понравился? Очень. Ты хотела бы здесь остаться жить? Да, очень. Мерсине очень классно. Угу. Ася купила здесь квартиру, в скором времени ждет и своих родителей, которые тоже подъедут с братом и сестрой. Да. Так что вот расширяется кругозор моих знакомых в Мерсине, мне становится более интересно, и вот сегодня я при разговоре с ними такое ощутила, так столько позитива взяла от этих двух девочек красивых. И очень рада нашему знакомству. Вообще не особенно маникюру, друзья мои. Посмотрите, какая красота. По блату Светлане маникюр, да, достался. Да, меня. Да. Так что мы подумаем потом в будущем, как она будет развиваться. Но у Аси очень огромные планы.
И я тоже поделюсь с вами своими ощущениями, маникюром своим через неделю, как он будет выглядеть, и буду уже рекомендовать его многим. Да. Так что я, наша уже сколько я, 3 часа, не могу вырваться, потому что так мне интересно, как будто я побывала у себя, у своих родных, друзей. Очень. И поэтому мне нужно уже закругляться, потому что мой Ашкы меня ждет. И много чего интересного мне еще сегодня будет вечером. На этом буду заканчивать. Всем пока-пока. С вами была Светлана, та, Ася и Мадиночка. Все. И маме, и папе передай маме, привет. Маме, привет. Всем привет. Дедушка, всему северу. Бабушка. Да, она вот именно восхищается тем теплом, которое у нас в Мерсине. Сегодня, я уже повторяюсь, 45 градусов. Самый жаркий день. Но а мы сидим. Хорошо. Да. Но мы сидим под кондиционером, и да. Нам не сложно совершенно. Очень. Нужно да. Просто знать, какое время выходить на улицу, и да. Все. Но сейчас мне пойдем вечером гулять. Да, это мне тяжело, что я в такой солнцепек пришла, но я пришла не зря. Все. Да, всем пока, целую. Всем пока. Так, и вот мы нафотографировались с ними, сейчас сидим, наша все девочки. Наша солнышко Светлана, да. Да, это такая супер. Красивая голубоглазая девочка. И Асенька да. Тоже. Как я рада знакомству, мое солнце. И я тоже рада. Ну да. Что, все, побежала я домой кормить Ашкыма. Да, будем отпускать. Лентяя и это, как его называют? Ну ладно. Не, он очень он у меня хороший, действительно. С вами познакомлю да, тоже. Он, кстати, очень любит детей, очень. Он с ума сходит, и да, к нам обязательно будем придете в гости. Будем. Мы будем со Светланой еще и соседи. Да. К нашему счастью. Вообще супер. Да. Ну все, пока-пока, побежала пока. Я. Всем привет, друзья мои. Сегодня у нас с утра с Гигосом водные процедуры. Я ему положила дыньку, не знаю, понравится или нет. Вот поставила вот такую ванночку, потому что мне мои друзья присылают очень много видео, где попугайчики купаются. Я решила вот так пульверизатором на него немножко его покупать. А то он же ленится. Смотрите, посмотрите. Надо же делать, не так ли, чтобы он водичку привыкал. Вчера я поставила ванночку, он даже на нее не обратил внимания, а сейчас хоть почистится. А ну-ка, Гигосик, иди купайся, какой ты у меня красивый, сисики. Красивый мальчик мой, да, ой, какой толстяк здесь сейчас. Такой толстенький он у меня, толстенький, красавчик мой. Гигос, красавчик. Красавчик, Гигос, ванночку тебе поставила. Купайся, мальчик мой, купайся. Мой красавчик, Гигос, красавчик. Ашкин. Накупала тебе мама, да? Накупала. Ну давай, иди купайся. Куп-куп, не бойся. Трусишка ты моя, когда ты начнешь уже разговаривать со мной? Вы знаете, куда я еду сейчас? 1:00 ночи. Ашкин с другом купил сладости. И мы сейчас во дворе покушаем ее. Вот такие вот мы романтики. Кюнефе горячая, говорит, воду возьми и вилки. Я так тихо вышла с подъезда, чтобы соседи ничего не учуяли. Вот такая кюнефе. Сейчас откроем, горячая. И почитай, наварим. Ладно. Вот видите, а как вкусно пахнет, аромат. Сейчас вместе с вами, Ашка, вместе с вами ее попробуем. Она залита сиропом сладким.
Тут и сыр есть специальный такой. Шириле бурда. Шириле. Там деньги есть, но вкуснятина. Вкуснятина, друзья мои. Или горды. Приятного нам аппетита. Всем привет, друзья мои. В Турции жара, Мерсине жара, жара. Это что-то невероятно, так жарко и так чувствуется. Знаете, что чувствуется? Влажность с тебя. Ты сделаешь какие-то движения, и с тебя течет рекой. Вот, надо не выходить из ванны, но это тоже можно пережить, это же не всегда так. Сегодня чем я занималась, вот уже к вечеру, к ужину решила снять, что я приготовлю, и вообще взяться за телефон, потому что, как всегда, занималась уборкой, но если здесь один день полы не помыть, то пятки все будут черные. Окна и двери открыты у нас, и утром просыпаемся, такой слой пыли. Что я сегодня делала? Я сегодня перестирывала все подушечки, вот эти наволочки перестирывала, там подушечки посушились на солнышке, все опять покрывала, потому что когда сидим, потеем, все это так неприятно, не буду, зачем я вам говорю, это тоже опять балконы перемыла свои, ну как всегда, как всегда. Потом ходили мы с Настей навстречу, 3 часа там были, и вот я пришла домой, вообще не кушала, такая голодная, думаю, что же приготовить? И быстренько сейчас делаю тантуни с мясом. Все приготовила, айран приготовила, салатики приготовила. Сейчас вот жарится мясо, покажу вам. Вот жарится у нас мяско. Я его, конечно, в скороварке отварила, чтобы быстрее все сделать. Хорошо, когда вот мы порезали этого барашка, овцу. На мелкие части приготовили сразу и в морозилку порционно. И вот 2 порции положила, чтобы наесться нам со Шпимом. Он лаваш заказал, салатики. Сейчас будем кушать. Вот и Ашким наш. Привет, Ашким, привет. Привет. Сейчас Ашким голодный. Он только что проснулся. Ну что я сделала? Тут очень легко все делать. Салатик. Помидоры, вот этот лук с петрушкой, и мои вкусные огурцы, они такие получились хрустящие. Сделала также, приготовила айран с йогурта. Вот тут у нас лаваш, вот принесли, заказали домой нам, горяченький еще. Сейчас мясо и буду. А потом мы с Ашкимом выпьем чай или кофе и поговорим. Дим, Ашким, конушары сонра, имя кейджес сонра.